Daily Vlog. Daily Vlog. Daily Vlog. Через световой занавес выйти в ногу. Появились. Хочется, чтобы во всей хореографии чуть прослеживалась история, что как бы ты пытаешься дотянуться до нее и к ней быть ближе, а ты немножко к нему все время. Как бы холодненько. Как пошел какой-то танцевальный немножко. Прикольные. Все, как Лена сказала, Бобби Фосс, все эти вы залазите на столы. Женская движуха, мужская движуха, да. И она решила сойти со стола, и ты типа подставляешь стульчики под каждый ее шаг, а ты там пошла, чего мог подставить за стульчик. Пока Лида ничего не видела, я потихоньку начинал ставить. Ребята, у нас только что состоялась первая репетиция с Лешей, знакомьтесь, это мой партнер. Привет, привет, класс. Как настроение, расскажи. Супер, кайф. Сегодня какое число у нас? 12? 13. 13 августа, пятница. Вы верите, кстати, в эти все штуки? Я нет. Но до первого прямого эфира осталось уже меньше месяца. О, и мы начинаем активно-активно готовиться, чтобы порадовать вас уже. Поэтому смотрите уже совсем скоро. Та-та-ра-т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 а-
Готовимся к первому интервью. А там все. А тут Лёшку красит. Лёшка, у тебя какие тени сегодня? Синие. Говорит, что синие тени хочет. Это самая первая заявочная история, которую увидит зритель. Каждый артист, каждый партнер, который заходит сюда, немного волнуется. Но это нормально. Потому что, правда, каждое воскресенье вы видите и слышите новую интересную историю. Это Лидали Влог. Уходим, да, вот, чтобы в свет... Да, вот, класс. Отвернулись от нас, да.
Хорошо. Да. И потом на нас метка. Вот. И камера отвечаем, отвечаем, отвечаем. И... Просто, ребята, вот вы думаете, как происходит работа? Вот она происходит вот так вот. Все супер активно работают. Соберительно. Готовы? Конечно, мы готовы. Мы готовы только на победу. Молодцы. Так же, как и вы. Ну, это Лидали влог. А мы вот впервые переступаем порог павильона. Леша, пообещай мне, что вот так будешь шагать со мной и в горе, и в радости, и в крипатуре, и в синяках. Ну, конечно, да. В общем, а мы как бы интро репетируем. А вы отвлекаете нас. Не подглядывайте. Подглядывайте. Погнали. И 7, 3, 7. Раз, два, три, четыре, пять. 7, 8. Раз, три, четыре, пять, шесть, 7, 8. Раз. Вот так. Привет! Что происходит? Мы репетируем. Что репетируем? Что мы репетируем? Раз. Я не знаю, мне сказали танцевать, я танцую. Что мы репетируем? Да его фишечки, да, вот эти все, вот это, зараза такая, у меня тоже так научили. А хочется типа пара, пара, дожала. Пам. Как ваши дела? Мои? Ваши. Прекрасно. Как ваши? Мы какая-то через стену, они не виделись несколько лет. Это был прогон. Сейчас первый павильоне с музыкой. Уже на паркете, вот смотрите. Ну давай, давай. Очень красиво. Вдвоем, но недалеко, недалеко. Сейчас посмотрим, да. Чтоб ты вошла чуть позже. 5, 6, 7, 8. Это единственное, что я хочу сделать, это отпустить вас. Сразу видно, люди первый раз, понимаешь? Кто? Это ли влог? Да, это блок Ли. Нет, не так. Это Ли блок. Это Ли блок. Леш, ты готов? Нет. Нет? А какой ты номер танцуешь? По-моему, contemporary. Я канкан. Канкан? Да, это ту-ту. Я, по-моему, после тебя как раз. В общем, ребята, если убрать все эти, вы понимаете, что происходит немножечко уже нервная какая-то подготовка. Мы стоим сейчас на балконе. Здесь завтра мы будем узнавать впервые свои оценки, которые вам будут ставить уважаемые судьи. Полный ход подготовка, паркет. Благосклонен, на самом деле, к нам, ко всем, и это очень круто, потому что мы очень много готовились. Я надеюсь, что завтра будет экшн. Это Лидали влог. Сегодня 5 сентября, и я еду на первый прямой эфир «Танцев со звездами». Все равно, вы знаете, я приехала сейчас домой и словила себя на мысли, что я до конца еще не осознаю всего того, что будет происходить. Мы репетируем, у нас есть камеры, костюмы, все пары, противоточные движения. Все круто, но вот только сегодня, только в тот момент, когда будет обратный отсчет,
таким очень страшным голосом. Там всегда говорит такой мужчина. 10, 9, 8. Вот только в этот момент я понимаю, что придет полное осознание и понимание того, что с нами будет происходить в ближайшее время. Прогон прошел. Было очень скользко. Скользкий метафор, скользкая сцена. Мы впервые с музыкантами сегодня живем, приходили, и вот прям ощутили всю эту атмосферу, которая будет происходить прям с голодрума на сцену, все вот эти вот нюансы, сердцебиение, когда учащается при моменте, когда нас начинают объявлять, но хочу эфир, и я считаю, что нам очень повезло с тем, что мы будем первыми, мы будем меньше переживать, чем вот эти вот все остальные ребята, которые сидят и переживают. Ну что, друзья, это проект «Танцы со звездами», и мы сейчас находимся в Голд-Рум, где происходят самые интересные вещи. Увидите все сами. Привет. Спасибо за классный проект. Спасибо, все большие молодцы. Это Лида Ливон. Сейчас я плакалась. Да. Нет, нет, сейчас нет, потом. Нет, сейчас нет. Любовью, а не зря же не победа. Вот да, прям мы вот вдвоем уверены. Она 15 минут стояла, да. И пела одну песню, и уверена, это достопримечательность. На паркет для виконання джазу запрошується Ліда Лі та Олексій Базев. Ліда Лі Влог.